Поехали дальше. Вот такие еще есть. Это с креветкой. Вот это сверху какая-то там икра. Что-то там еще внутри. И перец здесь, походу. Ну, обычная паприка. Думаю, эти острые. Паприка. И вот такие еще есть. Ну, это классика. Чисто классические. Давайте их попробуем. Вспомним, как они выглядят и как вообще их есть. Не могу понять. Не отлипает. О. И как они на вкус. Это чисто классические. Пробуем. Вообще прям стандартно. Рыба и все даже. Мы всегда их брали, Егор. Постоянно их брали, просто много, много их брали. Вот этот красный, этот цветок, я его называю имбирь, он как бы вообще предназначен для того, чтобы, ну, типа, съели вот эти роллы, допустим, там, попробовали, скушали его, он как Не хочешь? в духах кофе запах перебивает, также вкусовые рецепторы немного тупит, и пробуйте другой, чтобы понимать вкус. Но мы столько заказали разных вкусов, и вообще, как бы, я не ем, допустим. Могу там кусочек маленький съесть. И просто тупо ешь, и роллы, роллы, роллы. Но в этот же момент все равно разница во вкусах есть. Как бы ты их не ел, заедаешь вот этим ты или нет. Может быть, для кого-то мы сейчас вообще даже с тобой откроем великую тайну, что это просто штука для того, чтобы перебивать вкус предыдущего ролла, а не какая-то там закуска. Ну, может быть. Некоторые люди мне встречались уже в моей жизни, которые просто ели вот эту штуку и говорили: как же, блядь, это вкусно. Так, я еще раз попробовал вот этот вот сырный с лавашом и с каким-то там кремом внутри, он просто бомбический. Вот этот копченый не очень, мне лично. Ну, Филадельфия классика вообще прям зашла отлично. И давайте попробуем вот эту паприку, которую я думал острый он. А он, оказывается, не острый. Вот такой. Вот так он выглядит. Будем пробовать его сейчас и оценивать. Давайте. И надо пожевать, чтобы вообще понять, раскрылся ли букет у вас во рту. Так тоже говорят. Да, букет. Есть миллион алых роз, а есть букет. Короче, вот эти роллы, вот эти, вообще прям, блядь, нежные. И такой вкус прям вот вообще прям такой папрический, да? Ну, я же Прям говорю, паприка. перец прям чувствуется. Вот. Никакой остроты, такие чисто папрические вкусные роллы. Кстати, тут еще зеленая штука присутствует, вот это. Это васаби называется. Вот. Помощь студии. Васаби называется. Эту штуку я вообще не признаю. Откуда она взялась вообще? Да, горчица покрашенная. Откуда вот эту зеленую штуку вообще привезли? Не нравится мне. Она перебивает просто все Привет. вкусовые рецепторы. Ну, лично мне обжигает к чертям, и я не понимаю, что я ем. Если вот это делает паузу между ними, или между вот этими, то вот то вообще просто ужасное. Вон, смотрите, кучка. И вон кучка. Я сейчас буду есть ее. Даша сейчас возьмет вот эту вот штуку зеленую, откроет вот эту штуку и туда прям закинет это и будет там делать кашу-малашу. Потом будет макать роллы в эту кашу-малашу и есть. Ну, Не это же понимаю. вкус. Соня, будешь роллы? Роллы, спрашиваю, будешь или нет? Я у тебя спрашиваю, ты роллы будешь или нет? Соня. Роллы. Вот эти роллы, которые, ну, я заказал, они мне, соответственно, не зашли вообще. И вот эти я заказал, они зашли. Ну, короче, дело не в этом. Смотрите.
Вот эти роллы называются бонито. Ролл бонито. И нашу собаку называют Боней. В семье называют ее Боня. Вот. Теперь берем вот этот ролл. Бонито. И несем тунец. Проверяем, будет он есть или нет. Боня. Это ролл. Бонито. Так. Только палочки мои не облизывай, чувак. Давай посмотрим. Будешь ли ты его хавать? Бум. Боня, это ролл бонито. Давай, кушай. Попытка номер два, потому что Боня зажрался и не жрет ролл бонито. Думаю, что если я его поломаю пополам, там вот рыбка какая-то вылезет и соус, и он будет кушать. Боня, 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 Боня. О, смотри, как он поломался. Боня, 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 давай, иди кушай. Ой, какой вкусный ролл для Бони. Давай, ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Скотина так не хотел есть. Ты посмотри на него. Ням-ням-ням-ням-ням. Он что, ты дурак, рис есть? Вы понимаете, что он делает? Он рис не ест. Он выедает начинку рыбину. И все. Понял, что я ему сейчас по шее съезжу. Это шуточки. Бонечка, иди кушай. Иди кушай. Быстро. Ну и чтобы уже полностью всю картину понять, что мне понравилось, что Даше понравилось или не понравилось, я, конечно же, должен попробовать вот эту вот Дашину лапшу с сыром, курицей и какими-то там овощами. Я никогда не ел, сколько мы заказываем всякие штуки разные, дрюки, никогда не ел эту макарону. Вот. Ее постоянно кушает Даша и говорит, что это очень вкусно. Сейчас я каким-то образом, я думаю, у меня это получится, возьму маленький кусочек этого зелья. Ну, вот так, допустим. Ой, как-то это накручивать же надо, да, получается? Давайте я по-пацански просто, ну, по-другому я не могу. Этими палочками, она какая-то тоненькая. И просто попробую. Прошу прощения у поваров, но я палочками не могу это собрать. На вкус, как обычные макароны. Может быть, я что-то не понимаю, но... Ну, обычные макароны с сыром для меня это. На вкус. Так вот, господа, вот эти камикадзе острые, слегка, мне очень нравятся, очень. А вот эти сырные, прям вообще обалденные. Вот эти, не помню, как называются. А, вспомнил, бонито. Ну, не мое вообще. Здесь рыба, там все дела, но какое-то оно прям, как будто на пожаре. Ну, это стандартная Филадельфия. Она просто бомбическая. И вот эта вот Филадельфия с креветкой. Вот она, с креветкой и паприкой. Вот это наша Филадельфия получается. Или с тунцом и паприкой. С креветкой. Тоже бомба. Вот. Поэтому бомба, 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 бомба. Соответственно, два, а бомба, 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 4. И еще, вы же помните, в начале были креветки, это тоже прям вообще бомба. И поэтому делаем такой большой жирный вывод. И говорю вам, что суши сами, и вот лично вот этот заказ, прям на уровне. Прям классно. Прям вкусно и прям здорово. И несмотря на то, что что-то мне не понравилось, может быть, это лично мне не понравилось. А другому вот эти макароны, как я сказал, с сыром, и вот это вот пожар, ролл пожар его надо назвать, понравится. Вот. Поэтому вот такой вот вечерний обзор.
Обзорище прям. И еще. Подписывайся на мой канал. Ставь палец вверх. Лайк. Ставь. Комментируй мои видео. Комментируй это видео. И рассылай его друзьям. Репостни его, пожалуйста, своим друганам. Можешь еще показать его бабушке. И можешь показать его еще дедушке. Слушай, Сами, привет. Все было классно. С вами был Игоза. Пока.